Привет всем! С вами снова Светлана. И сегодня мы будем делать с вами ваши тейпы. В продаже есть очень много ваших тейпов. Они разные, красивые. Но, к сожалению, они стоят очень дорого. А мы с вами попробуем легкими и доступными средствами сделать такие ваши тейпы, которых не будет ни у кого. Которые будут только у нас. Иногда нужно определенного цвета, а у нас такого нет. Иногда определенные темы. И, в общем-то, все, что нам нужно, это малярный скотч. У меня двух видов. Я могу сделать и широкие ваши тейпы, и узкие ваши тейпы. И немножко фантазии. Итак, начинаем. Я взяла кусок бумаги и в обычном пакете. Можно взять файл. Это делается для того, чтобы наши ваши тейпы не приклеились. И потом можно было их отсоединить. И приклеиваем на этот файл кусочки нашего малярного скотча. Я хочу сделать еще несколько полосок широкого вашего тейпа. Тоже наклеиваю. И хочу еще одну полосу сделать из медицинского лейкопластыря, потому что здесь тканевая основа, и, наверное, будет интересная фактура, и самодельный ваш тейп тоже будет очень даже, наверное, не знаю. Посмотрим. Итак, наша заготовка сделана. И теперь мы должны ее покрасить. Для того, чтобы у нас появился цвет, я взяла спрей и начинаю красить. Не знаю, насколько спрей у меня покрасит мою поверхность, но будем надеяться, что покрасит. Чуть-чуть добавили цвета. Посушим. Наверное, возьму лучше для этого фен, чем хит-ган. Я, как и вы, не знаю, что у нас получится.
Надеюсь, что что-то получится. Мы высушили наши ваши тейпы, и теперь я хочу еще чуть-чуть добавить цвета, но уже с помощью stencils. И у меня есть подушечки разноцветные Dio. Такие вот. Я попробую добавить еще с помощью этих подушечек цвета. Угу. Можно сменить цвет. Я вам забыла сказать, что мне сегодня хочется сделать ваши тейпы для девочек. Поэтому цвета у нас будут винтажные. Цвета будут у нас пастельные. И, может быть, даже весенний. Итак, я добавила, где мне хотелось цвета. У вас это будет совершенно другая краска и другой стенсил. В общем, все будет другое. Окей. Теперь я возьму и добавлю сюда немного штампов. Поскольку это женские ваши тейпы, то я взяла женские штампики. У меня есть штампики с сердечками, у меня есть очень много разных штампов. И сейчас я взяла вот такое вот сердечко, на котором ноты. И начинаю делать бэкграунд. Так. Мне, собственно говоря, нужны только ноты, поэтому я делаю в хаотичном порядке. Итак, вы видите, что на наших тейпах появляется фактура.
Я поменяю сейчас свой штамп и возьму черный архайвл инк. Почему? Потому что, во-первых, он штампует на любой поверхности. И добавлю сейчас вот такую перчатку. Так, теперь какие женщины без цветов? Я возьму сейчас штампик с цветами. Секунду. У меня есть тут цветочки, я выберу что-нибудь романтичное. К примеру, вот этот хмель. Вы понимаете, что штампы могут быть любые, цвета могут быть любые, в зависимости от вашего желания, от вашего вкуса. Итак. Вот такой цветок я добавляю. Вы видите, что на ткани немножко другой эффект получается. Чем на наших на нашем малярном скотче. Рисунок повторяется, потому что мы все равно будем использовать часть, а не такую длинную полосу. Поэтому я штампую в хаотичном порядке. Итак, теперь я хочу добавить сюда еще, может быть, часы. Люблю везде добавлять часы. Так, вот такие часы у меня есть. Сейчас мы их тоже добавим. Желательно, чтобы краски наши были на спиртовой основе, чтобы они держались на нашем малярном скотче. Вот. Что я еще могу здесь добавить? Я могу здесь добавить немножечко кружочков. Почему-то мне хочется. Не знаю почему. Ну, видимо, для того, чтобы было побольше разных элементов. Итак, мы добавляем. Я беру просто колпачок от любой бутылочки и добавляю
тут кружочки, где хочу. Тем же самым Archival Ink, потому что он, как я уже сказала, он ложится на любую основу и потом не размазывается. Если вы возьмете какой-то обычную штемпельную подушечку, то у вас будут потом, так если пальцем помазать, то это все размажется. Так что не повторяйте моих ошибок. Я уже пробовала делать с помощью простой подушечки, когда у меня не было этой подушечки, которую мне прислала Crafty Arena. Спасибо тебе, Ирочка. И вот посмотрите, что у нас в результате получилось. Мы видим, тут у нас ноты. И сейчас мы полюбуемся. Я попробую сейчас отклеить ваши тейпы по отдельности. И мы посмотрим, что же у нас получилось. Я надеюсь, что вам видно. Мне результат нравится. Сейчас я еще клею. Вот видите, этот маленький. Он получился только с часами и цветочками. Здесь попала перчатка. Во всяком случае, у них у всех очень симпатичный винтажный вид, что я очень люблю. И не всегда могу купить в магазине то, что мне бы хотелось. Так почему бы не сделать самой? Вот смотрите, какой красивый получился широкий ваш тейп. Тканевый очень мне нравится. И я хотела, чтобы вы поняли принцип, потому что цвета и штампы могут быть абсолютно разные. Главное понять, как это делается, и потом вы уже сможете делать красоту сами. Я надеюсь, что этот мастер-класс был вам полезен. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. На сегодня пока. С вами была Светлана. Пока-пока.